Продолжим. Как хотите, господа, а что-то шекспировское в этом есть. Сегодня на сцене ТЮЗа имени Брянцева начинаются большие гастроли Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Будут ли в программе театра с таким названием постановки по великому английскому драматургу? И если нет, то что увидят петербургские зрители? Мы все это сейчас узнаем. Приветствуем в нашей студии директора театра Татьяну Людмилину и режиссера одного из гастрольных спектаклей, актрису театра Ирину Камынину. Ирина, Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже изучили, конечно, гастрольную афишу. Шекспира там нет, но в данном случае это не столь важно. Гораздо важнее, что у новосибирского «Глобуса» существуют давние связи с ленинградским петербургским ТЮЗом. Вы ведь когда-то и сами ТЮЗом были. Вы знаете, наши два театра, как никакие другие, представляют собой вот ту систему правильных взаимоотношений профессиональных, которая потом трансформируется в очень большие дружеские отношения. В далеком 1929 году инициативная группа молодых сибирских людей очень захотела, чтобы в Новосибирске, тогда еще в Новониколаевске, появился театр юных зрителей. И будучи людьми образованными, начитанными, наверное, в то время, они выяснили, что в Ленинграде тогда появился театр юных зрителей, и его возглавил Александр Брянцев. Недолго думая, они обратились с просьбой, и через 3 месяца 8 ленинградских актеров в компании с собакой Искрой высадились в Новосибирске. И через 4 месяца в Новосибирске был создан профессиональный театр юных зрителей, первым спектаклем которого явился спектакль «Тимошкин рудник». И таким образом вот эта связь, она на протяжении 95 лет неразрывно нас все время коммуницирует. Мне удивительно, что большие гастроли вашего театра «Глобуса», они проходят на сцене ТЮЗа. Конечно. Да. Ну, сегодня гастроли откроют спектакль «Варшавская мелодия», поставленный вами. Ирина, вы сами там не играете. Нет, не играю. Почему? Потому что я режиссер спектакля. А просто некоторые режиссеры, знаете, наоборот, очень любят выйти на сцену. В главной роли при этом. Конечно. Но вы знаете, но это очень мало есть примеров, когда режиссер сам ставит и сам играет. Есть играющие режиссеры, потому что они в кино, вышли, наверное, из артистов. Ну, в кино, да, но на сцене это очень тяжело, потому что ты должен быть либо внутри материала, это совсем другое существование. Либо смотреть, либо ты смотреть со стороны, да, и создавать что-то. Угу. Поэтому я здесь режиссер. В афише вот этого спектакля заявлено, что это щемящая история о любви и времени. И о времени. Какое время имеется в виду? Роман о времени и любви. Это вот такой вот жанр, как бы, спектакля. Какое время? Там нет привязки ко времени историческому. Там есть понятие «время» как философская категория. Ну, то есть время, то ну, у каждого человека отпущено свое время. Как он его тратит, распределяет в этой жизни. На что он его тратит, как он его проживает. Это и есть личное время. Собственно, вот спектакль об этом. О времени человеческом и о любви. А что за мелодия варшавская звучит в спектакле? Неужели Шопен? Варшавская мелодия, ну, вы имеете в виду мелодия, это которая именно имеет отношение к названию. Там есть лейтмотив какой-то? Конечно, какой-то. Да. Но дело в том, что Шопен там тоже звучит. Шопен – это как ткань, как участник этой истории, который связал сердца двух людей, под музыку которого они познакомились, и, в общем, все это закрутилось, завертелось. А «Варшавская мелодия», да, там есть мелодия, которую исполняет главная героиня. Это действительно старинная польская песня. И если вы прочтете перевод этой песни, то она абсолютно как будто написана для этого спектакля. Там потрясающие смыслы. Она поет его на чистом польском языке. Наша Катя Аникина проходила курсы польского и делает это великолепно. Татьяна, спектакль «Мальчики» поставлен по мотивам повести «Та сторона, где ветер», которая была написана более 50 лет назад. Вот на ваш взгляд за это время мальчики, ну вот условно, молодое поколение, сильно ли изменились и насколько те постановки, которые вы сегодня им предлагаете, как вам кажется, у них откликаются? Вы знаете, мне кажется, что в жизни человека есть какие-то константы, которые определяют его вообще форму существования. Конечно, в те годы, когда Владислав Крапивин написал свою повесть «Та сторона, где ветер», по-другому воспринимались и имели какие-то такие черты
отношение к мальчишеской, к юношеской дружбе. Но, как показало время, как показало сегодняшний социум, отношение зрителей, все главное, что есть в этом, вот настоящая дружба, взаимопонимание, понимание человека, который ограничен в своих возможностях, и все это приходит не сразу, вот это, конечно, оно всегда остается. Ведь для нас самое главное – это восприятие ситуации и как ты чувствуешь себя в этой ситуации. Спектакль «Мальчики» у нас идет несколько лет. Он самый гастролируемый, один из самых посещаемых. Он получил достаточно большое количество премий. Артем Терехин его поставил, и спектакль пользуется огромным интересом именно у той очень сложной зрительской аудитории 14-13 лет, у которых на все свое мнение, свой взгляд, но тем не менее они вот живут тоже этим, чем и живут герои спектакля «Мальчики». Ну что ж, поколения меняются, ценности остаются, и мы надеемся, точнее мы уверены, что ваши гастроли найдут отклик у петербургской публики. Спасибо. Позвольте пригласить жителей города Санкт-Петербурга, если у них будет свободное время, прийти на наши спектакли, и мне кажется, что мы доставим удовольствие. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.